парковке с передовым отрядом! Нас теснят по левому флангу. Боеприпасов нет. Ступайте. Слушайте. Что со связью? За штабом связи нет. Похоже, линия оборвана. Вызывайте. Штаб уже здесь. Владимир Оскарович, как вы здесь? Там же все под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, получена телефонограмма Колчака в Иркутске восстание. Мы должны освободить город. Там соединимся с адмиралом. Кроме нас спасти город никто не сможет. Надо наступать. Основные силы подтянутся? Уже в пути, но пока не подтянутся. Нас здесь перебьют. Да будем в бою. Другого выхода у нас просто нет. Время дорого. Сергей Николаевич, объявите общее построение. За веру! За отечество! Стыковую!